Всем привет! Потерянная история, так называется побочная миссия, которая открывается после того, как вы смогли найти и разблокировать, а точнее починить 5 маяков, которые находятся в этой большой, огромной локации. Все видео у меня есть, и в описании, конечно же, к этому видео я оставлю 5 ссылок на все маяки, где они находятся и как их починить. Само задание начинается, ребят, здесь, в Цзиньчжоу. Оно не появляется у вас в списке заданий. Только, ребят, меточка, которая находится вот на этом месте. Давайте, наконец-то, сдадим квест. И хотя бы почитаю немного диалог, пойму, в чем здесь смысл, потому что многое, на самом деле, я пропустил. Приветствую, Скиталис, тебе удалось найти остальные маяки. Остальные маяки почему? Потому что, кстати, он, этот NPC, появляется после нахождения первого маяка. Выясним, можете пообщаться. И он вам говорит, что помимо одного уже найденного, вам потребуется найти еще 4 маяка без указания местоположения. Вы бегаете, ищете сами, но вам, в принципе, этого делать не надо, потому что все ссылки я оставлю в описании к этим маякам. Поехали. Ты рассказал историку о том, что нашел внутри консоли. Да, и за каждый маяк вы получаете сундук, кстати. Неплохая награда. Действительно, ты смог найти информацию со всех 5 консолей маяков. Твоя страсть к истории гораздо больше, чем у моих собственных учеников. Это вызывает слезы у меня. Мы теперь можем найти местоположение скатов. Конечно, этой информации вполне достаточно для меня, чтобы рассчитать местоположение Стингерг... Все, я понял, ребят. Этого достаточно было для того, чтобы понять, что нет смысла читать. Оу, ё, смотрите-ка. Офигеть. Вот это он нам с премиум припасами. А, с ним больше поговорить нельзя, да и, в принципе, миссия больше не открывается. На этом, как я понимаю, цепочка вся завершена. Ну и напоследок давайте посмотрим, что находится в премиум сундуке. 40 штук. Оу, это неплохо. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.